В кинотеатре «Синема Парк» прошла необычная программа. Все желающие смогли попробовать себя в роли популярного радиоведущего и почувствовать атмосферу настоящего FM-эфира. Акция была приурочена к предпремьерному показу отечественной комедии под названием «Дабл Трабл». А инициатором необычной программы на площадке кинотеатра «Синема Парк» стало радио «Energy Саратов». В съемках фильма приняли участие ведущие утреннего шоу «Black to White», а бренд радиостанции часто появляется по ходу действия всей комедии. Чтобы телезрители еще больше прониклись атмосферой молодежного радио, перед показом им предложили пройти все возможные испытания из жизни реального ведущего. Вынужденные импровизации в эфире, подготовка программы и работа над дикцией. Комедия «Дабл Трабл» выйдет в прокат 28 мая, а участники предпремьерного показа в «Синема-парке» уже смогли составить о ней свое мнение. Мы решили это событие отметить очень ярко, красочно. Radio Energy подключилась, мы проводим веселые конкурсы, викторины, а также люди могут попробовать себя в роли диджея. Установили студию, работает микрофон. В общем-то, конечно же, за каждый конкурс мы награждаем наших участников ценными призами. Все сделано для того, чтобы получить хорошее настроение и лишний раз пообщаться с нашими прекрасными слушателями.